К другим новостям. В Караганде выбирали лучшего фотографа. Мастера фотографии собрались в одном из ночных клубов шахтерской столицы. Что из этого вышло, в сюжете Сергея Высокосова. Наших фотографов уговаривать не приходится. Клич «Фотографы Караганды до кучи геть!» То есть соберемся вместе в 0 часов по времени Астаны в ночном клубе «Форумс» привлек внимание известных и не очень известных, но молодых людей, которые страстно увлечены фотографией. Соревнованием тяжело назвать, так больше то, что можно поделиться опытом. Пора вести время с друзьями, знакомыми, потому что как мы практически все знакомы. И достаточно интересно вместе провести время и поработать. Блицы защелкали сразу, хотя конкурс еще и не начинался. В принципе, все друг друга знают, но прощупать возможного соперника все-таки надо. Ну, вот такие встречи, да, это неплохо. То есть фотолюбители и профессионалы могут встретиться и обменяться каким-то опытом. Да, это полезно. Устроители фотобатов хотели узнать, кто лучше всех поймет, что такое креатив, фэшн-клубная фотография. Это и были три основные номинации, в которых конкурсанты и должны проявить себя. Мы собрали фотографов с города для того, чтобы выяснить, кто самый креативный, кто фэшн-фотограф, кто самый лучший фотограф. Фотобатл мы проводим впервые. Мы решили провести вечеринку, чтобы люди смогли себя выразить и показать, насколько они мастерски владеют съемкой фотографии. Фотографы отправились на охоту за выигрышными кадрами. Здесь необходимо умение не только выбрать этот кадр, но и договориться с объектом съемок. Надо научиться налаживать отношения. Ракурсный план, как оказалось, организовать проще, чем уговорить клубных посетителей сняться. Но конкурс есть конкурс. Надо уметь выкручиваться из любой ситуации. Тем более, что жюри, который и будет выбирать лучшего из лучших, вот оно, это посетители клуба. Именно от их нравится или не нравится и будет зависеть судьба победителей. Это актуально. Клубные съемки. Я хотел бы попробовать себя в данном жанре. Если кто-то считает, что фотография искусства отмирающее, ошибается на все 100. Миг памяти стоит многого. Один щелчок затвора, и ты поймал историю. Фотография – это река, в которую дважды невозможно войти. В принципе, перед ними открываются достаточные перспективы. Возможно, они получат работу на портале «Геометрия» в роли фотографа и будут в дальнейшем сотрудничать с нами. Фотографы старались вовсю. Главное – жанр выдержать и не скатиться до платных фоток. Ну а призерами стали, по мнению большинства посетителей, Алексей Баранов. Он победил в двух номинациях, и всех очаровала запечатленная им улыбка. Евгений Ткаченко стал самым креативным фотографом, а лучшее брендовое фото сделал Денис Ким. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.